Блажен муж и женитель на совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Радуйтесь Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженны все надеющиеся на спасение и на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святому Духу и ныне и присно. Вы чистили святых божественных Христовых и танц, вместе прошли сюда, на это место, на северную оконечность нашей монастырской земли, где вот недавно был установлен крест. Крест этот был установлен по инициативе фонда святаго благоверного князя Александра Невского, который отмечает каждое место, где проходил святой благоверный Александр Невский. И наша земля – это та же та земля, где святой благоверный князь Александр Невский бывал в своей именно в дипломатической миссии, когда он защищал нашу с вами русскую землю. И как-никак сейчас нам нужны такие политические и, как говорится, государственные деятели, народные деятели, как святой благоверный Александр Невский. Именно своей мудростью, своей политикой и своей верой, великой верой в Бога, он смог в то трудное время понять самую главную стратегию нашего государства, что можно потерять то, но главное не потерять, что веру не потерять. Вот это Александр Невский четко знал.